Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня у нас на канале два замечательных мотоблока Нева. Мы уже привыкли, что каждый сезон, весной, осенью, завод «Красный Октябрь» нас радует своими новинками. Сегодня на нашем канале два мотоблока Нева. Это МБ-2 с двигателем КСЭЙ 168 и МБ-2 с двигателем КСЭЙ 170. 6,5 и 7 лошадиных сил соответственно. Две эти модели, они созданы как эконом-класс, то есть бюджетные варианты. Сегодня мы их рассмотрим поближе, что они из себя представляют, комплектацию данных мотоблоков. Наш консультант Сергей. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Алексей. Вот. Ну, как и Алексей сказал, представим вам две новых модели мотоблоков Нева от производителя «Красный Октябрь» Санкт-Петербург. Это Нева МБ-2 КС-168ФА с двигателем КСЕЙ. Вот. Ну, рассмотрим, что сделали они в этой конструкции. Это возьмем также. Они поставили надежный классический редуктор шестеренчато-цепной. Вот. Ну, в этой модели будет чуть поменьше колеса. Это размером 4 на 8 дюйма. Рулевая колонка не будет поворачиваться влево-вправо, только по высоте будет регулировка. Вот. И отметим то, что будет новое уже переключение передач. Более удобное, с более удлиненным рычагом и с более лучшим фиксатором. Как на старых моделях, скоростя уже, я думаю, меньше со временем будут вылетать. То есть раньше стояла плата, она со временем стиралась. Здесь уже будет все это интереснее. Двигатель будет стоять профессиональный, с чугунной гильзой цилиндра, с большими ресурсами. Вот. Давайте пройдемся по комплектации данного мотоблока. Что идет в комплекте, какие изменения по комплектации внесли в эту модель? Ну, в комплектации остаются также фрезы. Подвес каждой стороны с захватом тем же 86 сантиметров и дополнительные крылья. Что убрали из комплектации, это удлинители колесной базы. Вот. Да, и еще в конструкции мотоблока не будет разобщения колесной базы. То есть, ну, не сможете на месте. Вот. Но зато они ее облегчили. Вес его будет 85 килограмм. В принципе, эта функция для такого веса, она не нужна будет. Ну, то есть, если подвести итог, чем отличается от обычной классической модели? Это колеса меньшего диаметра стоят 4 на 10, у предыдущей модели стояли 4,5 на 10. Это первое изменение. Второе изменение – это ручка не регулируется вправо-влево, регулируется только под рост человека. Сделали более лучшую коробку передач с более удлиненным рычагом и с хорошим фиксатором надежным. Убрали из комплектации удлинители колесной базы и сделали вот такие вот маленькие крылья. По комплектации все остальное остается тот же самый, то есть мотоблок целиком заправленный, готов к работе и идет уже проверенный. О чем говорит гарантийный талон, в котором есть все отметки. О том, что мотоблок запускался, проверялся на заводе изготовителя и никаких отклонений от норм у него нету. Так, давай тогда перейдем к следующей модели. Ну, следующая модель – это МБ-2 КС-170ФА с двигателем также КСЕЙ, но уже будет более мощный, 7 лошадиных сил. Вот. Ну, это уже будет полноценная классическая модель МБ-2 с разблокировкой осей, то есть можете влево-вправо поворачивать, но с улучшенным также рычагом переключения передач. Колеса будут стандартные 4,5 на 10. Редуктор будет классический, шестеренчато-цепной. И количество передач также осталось в двух диапазонах. Это 4 вперед и 2 назад. Вот. По комплектации ничего не изменилось. Также фрезы захватом 86 сантиметров, удлинители осей колесной базы и дополнительные крылья, более широкие. Ну, то есть, в принципе, на данной модели мы имеем все то же самое, что и на классическом МБ-2. Только уже с улучшенным. Только с двигателем КСЭЙ и более улучшенной коробкой переключения передач.
То есть комплектация данного мотоблока — это те же самые колеса 4,5 на 10, встроенная блокировка колесной оси, то есть блокируется колесо правое, можно развороты осуществлять, повороты. Итак, если подводить итоги, на сегодняшний момент в линейке завода «Красный Октябрь» у мотоблоков «Нева» двигатель «Субара», его больше не производят, он вышел полностью из линейки. То есть то, что у нас раньше было, 6,5, 7,5, либо 9 лошадиных сил, они ушли. Появились сейчас новые модели, это с двигателем «Ямаха» мощностью 6,5, либо 6 лошадиных сил, также есть 11 и 12 лошадиных сил. Появился новый мотор «Brix Instration» мощностью 6,5 лошадиных сил, это серия «Авангард». И появились два мотора, это фирмы «Косей», 6,5 и 7 лошадиных сил. Это бюджетный вариант. Моторы также являются профессиональными, с огромным моторесурсом на отказ. Поэтому, если вам нужен подешевле мотор, то это, конечно, «Косей», потому что здесь ценник будет очень хороший. Если нужно что-то получше, аналог «Субара» либо «Хонды», есть у нас даже лучше, это двигатель «Ямаха». Они будут стоить дороже, даже чем «Субаровские» моторы, но они с моторесурсом на отказ около 5000 моточасов. То есть на сегодняшний момент лучше моторов нету. Если нужен бюджетный вариант и вам какой-то нужен аналог-заменитель, но вы хотите, чтобы у вас было качество завода «Красный Октябрь», то тогда мотоблоки с двигателем «Косей» вас ждут в нашем магазине. Также можете звонить, консультироваться по цене, либо посмотреть все цены на нашем сайте. Цены мы специально не озвучиваем, потому что с сегодняшней ситуацией, с сегодняшним курсом доллара, цены могут меняться буквально через день. Поэтому заходите на наш сайт, смотрите там цены, звоните, если какие-то вопросы есть, проконсультируем без проблем. Спасибо вам за внимание!